сегодня в городе Одессе открылась комната, дружественная для опроса детей, которые пострадали от насилия. Эта комната – это результат длительной работы по комплексному подходу, который в городе Одессе уже используется не первый год. В этой комнате будут опрашиваться дети, которые пострадали от насилия. Цель этой комнаты, чтобы люди, которые пострадали от насилия, могли себя чувствовать комфортно. Их будут опрашивать квалифицированные психологи, а за так называемым зеркалом будут находиться специалисты, которые могут видеть и слышать все то, что происходит в этой комнате. Необходимость создания такой комнаты обусловлена тем, чтобы не создавать дополнительные травмирующие какие-то вопросы, не создавать какие-то травмирующие обстоятельства и несколько раз разными органами задавать одни и те же вопросы для того, чтобы выяснить то, что произошло. Для детей, которые пострадали от насилия, будет более комфортно один раз ответить на вопросы специалиста, и потом каждый из субъектов социальной работы будет для себя брать то необходимое, с которым потом ему будет нужно работать.